Также в центре восстановили и модернизировали уникальный полигон, где отрабатываются навыки по борьбе за живучесть корабля. И уже сейчас здесь тренируются специалисты аварийных групп и даже воспитанники учебного центра. Мы заходим в отсек сейчас с дымовым лабиринтом. Здесь проходят обучение курсанты в изолирующих аппаратах с меняемой конфигурацией переборок. Они идут на ощупь, да, по правилу правой руки, то есть по переборкам с акцентом на заднюю ногу. То есть, ну, это уже нюансы морской подготовки специфические. Все, их задача выйти живыми и здоровыми в этот отсек. Далее идет борьба с пожаром, после чего мы занимаемся отработкой задач по борьбе с водой. Идет имитация прорыва трубопроводов, бортовых разрывов. То есть мы можем ставить любые, отыгрывать задачи по сложности. Главное не бояться. Бояться, значит, в море не ходить. Я тоже решил попробовать себя в новой роли капитана морского катера. Так, добавим оборотов. Честно признаюсь, за штурвалом катера я первый раз. И пусть это всего лишь тренажер, но все равно немного переживаю. Вдруг куда-нибудь не туда заверну или что-нибудь собью. Хотя пару занятий, и можно хоть в открытый океан.